Что случилось, парни? Что-то открывается, что-то бензином. Где? А, вон бежит, вижу, вижу, да, точно, смотри, как здорово. На один заезд хватит бака. Ну да, бака хватит. Это что за новые карбюраторы? Какие оригинальные? Да. Потихонечку, подруги.
Помоги мне руку засунуть. Садись, Андрюх. Сейчас. Дожди. Вытащи. Давай. Ага. Вот поворот ко мне, поворачиваешься ко мне. Иди ко мне. Ко мне иди. Выходи! Дальше выходи! Дальше выходи! Вперед! Оттягивай, блядь, туда! Поляшки, да, видишь, куда едем, в сугроб! Сейчас ко мне! Туда поворачиваем, от меня! Середину! Вот так! Туда пошел! Выходи! Дальше! Вперед, дальше! Во! Ко мне! Пошел отсюда! Дальше уходи, дальше! Дальше уходи! Дальше уходи! Садись на мое сиденье! Давай! Никого больше нету? Нет никого! Блядь, никого, да! Ну все, я тебя поздравляю. Чего сделали эти люди? Кайфанул? Вообще, Андрюх. Ну тут поинтенсивнее. Партизаны долго добирались до вашей полоски земли. Добрались. В связи со снегопадами очень долго пришлось добираться. Вон у нас летчик Чекалов здесь, кстати. Приветствую. Где у нас летчик Чекалов? Под каким девизом вы проводите сегодняшнее мероприятие? Безумие, отвага. Слабоумие, отвага. Это обычно так. Это наш нижегородский такой сленг. Судья сейчас ровно через 15 секунд будет давать старт. И начнется гонка на выживание. Да, местная забава, которая уже почти умерла. Раньше было порядка 12 автомобилей, 15. Ну а сейчас буквально вам 5 штук. Законы, безопасность, запреты. Вымирает тема. Итак, старт. 15 секунд. Взревели моторы, и они поперли. Смотрите. Смотрите, у нас тут кто-то зарылся и задымился. Ага, командно. Попытка выдрать.
Ну а тем временем гонка продолжается, номер 76. Все, конец заездов, вывесили флаг. Да, жаль, раньше было участников до 12 автомобилей собиралось, а сейчас все это вымерло, да, были такие баталии. Машины залетали на сугробы, переворачивались, загорались, вываливались моторы. Было, знаешь, как интересно, да, а сейчас все уничтожили тем, что кто гаишники щемили, кто там что-то еще, да. Ты выезжаешь, все, тебя тут сразу на платку оформляют, все, там, документы, ну, нервы трепали, поэтому все, так сказать, вымерло само собой. Очень жаль. Итак, зверь потащил жрать какую-то маленькую букашечку. Смотрите, как он это ловко делает. Это просто в мире животных. Ура! За первое место награждается Сергей Батурин и Юрий Иванович. Серег, я сам большую лопату. Благодарность Дмитрию Орлову. Смотрите, какую трассу он очистил на этот год, так сказать. Каким все это образом? Этими лопатами. Это, наверное, при помощи этих лопат. Дима. Да, молодец. Ура! Ура! Молодцы! Давайте сходим, пока не дошли. Слава богу, все живы, здоровы. Мероприятие закончилось. К сожалению, многие испугались погоды. Мы справились все без них. Есть соревнования, посещайте такие мероприятия. Сделайте сами себе праздник и не унывайте. Молодцы!